Привет, ребята, с вами Никита и канал Ник Гортран с города Орла. И сегодня мы поиграем в мини-метро. Так, сейчас мы, ребят, построим с вами желтую линию. Она сейчас... Значит, мне кажется, что она сейчас будет загружена. Поэтому давайте дополнительный составчик дадим ему. У нас тут три линии. Будем ими обходиться. Я не буду особо другие вот цвета брать. Так. Пока у нас нет новых станций, а вот появилось. Но это все легко исправляемо. Вот. Локомотивчики наши трудятся. Так. У нас остался всего последний составчик. Кстати, ребят, здесь неделя. Вот, неделя прошла, уже воскресенье. Давайте возьмем локомотив. Потому что он нам будет нужен в скором времени. Так, ну пока ничего нету. Продлевать линии особо некуда. Все четыре станции охвачены одной линией. Причем один состав, ребята, вы посмотрите. Ходит полный, а другой вообще пустой. Так, вот у нас, ребят, новая станция. Давайте соединим, чтобы у нас была пересадка вот такая вот. Не будем мы на две станции дополнительный состав пускать. Потому что она не рентабельна, вот та. Если только раза два будет вмещаться. Там одним составом они обойдутся. Ну вот, ребята, она нормальная. Так, а тут есть уже повод продлить красную линию. Ой. Вот, ребята, у нас неделя прошла, и мы опять берем локомотив. У нас уже такая линия длинная, но интервал у этой линии минуты 3-4. Я не вижу особо. Вот на 4 станции 2 состава и это норм. Вот даже 2 состава оба едут пустые. Хотя нет. Один едет с какими-то пассажирами, а другой просто. С 37 пассажиров у нас уже с вами было перевезено. Так, ребят, у нас новая станция. Я вот не знаю, новую линию что ли сделать. Давайте с пересадкой, чтоб можно было. Ну, ребята, я думаю, мы уже с вами будем заниматься постройкой линий в следующих видео. Ну, а с вами был Никита, канал Ник Гортран. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.